Сейчас мы находимся на Васильевском спуске, где буквально в 23 часа был убит российский политик Борис Немцов. Но помимо этого поступила еще одна важная новость с территории, тоже с территории России, но касаемо действий на территории Украины. Надежда Савченко, украинская летчица, которая обвиняется в гибели двух российских журналистов, умерла в тюрьме. В последние несколько месяцев она проводила голодовку и в последние несколько дней перестала принимать необходимые лекарства для поддержания нормального образа жизни. Вот украинский портал Украина Ньюс сообщает о ее смерти. Сейчас на месте гибели российского политика Бориса Немцова присутствует также, помимо журналистов, причем в большом количестве, присутствуют и его знакомые, в том числе Ксения Собчак и Илья Яшин, которые несколько минут назад отдалились от журналистов, в том числе и Кюль Писпанин, которая сейчас немного отошла вот от этой ленты, которая огораживает. Вы можете, в принципе, посмотреть. Выступил официальный представитель Следственного комитета. Девушка заявила о том, что действительно и Следственный комитет также возбудил уголовное дело. По данным Следственного комитета, в Бориса Немцова, чья гибель сегодня подтвердилась, было произведено не 4, как по версии МВД, а сразу же 6 выстрелов по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. К расследованию этого происшествия были подключены лучшие криминалисты. А сейчас мы как раз находимся недалеко от гибели российского политика Бориса Немцова. Вот за теми машинами находится его тело. К сожалению, ближе не подпускают полицейские, ближе журналистов не подпускают. По данным МВД, по последним данным МВД, по крайней мере, в тот момент, когда официальный представитель Министерства внутренних дел подходил к журналистам, по данным Елены Алексеевой, в Бориса Николаевича было произведено 4 выстрела. Он прогуливался по Замоскворецкому мосту со своей знакомой, которая приехала с территории Украины. Она сейчас находится в здании полиции, с ней сейчас ведутся необходимые следственные действия. В него было произведено 4 выстрела, они стали смертельными для Немцова. Никакой большей информации неизвестно. В Москве объявлен план перехвата. На место происшествия выехал глава Московского главка МВД Анатолий Якунин.